останавливаются, чтобы посмотреть на вид. Красивый вид. Всем привет! Мы сегодня приехали в парк. Вау! В парк, который называется парк с попугайчиками. Типа зоопарка. Боже, какие рыбы! Вот, поэтому сегодня мы вам будем показывать животных красивых. Красивейший парк. Посмотрите, какая красота. И всяких-всяких попугайчиков. Я очень люблю, за сколько денег. Смотрите, сколько там денег, сколько копеечек, класс. Вот, поэтому Артемыч у нас уже завтракает второй раз. Он тоже делает контент на свой YouTube, поэтому имейте в виду. Какие рыбы! Поэтому буду потихонечку вам немножко снимать. Боже, народу куча. Посмотрите, сколько народу. Называется Loro Parque. Парк попугайчиков. Ну, мне сказали, что отдельно от попугаев тут есть еще и другие животные. Ну, не знаю, насколько это правда. Артемыч тоже снимает. Артемыч, пойдем дальше. По экскурсиям. Бедные пингвинчики. Какие хонюси. Ну, короче, что я вам могу сказать? Не нравится мне, когда я так вижу. Ай, закрытых зверюшек. Я думала, что немножко это будет по-другому. Ну, ладно. Попугайчики есть, все тоже в клетках большие, закрытые. Бедные. Бедные животюшки. Особенно пингвины. Они же должны жить там, где холодно. У них там глубоко водичка, но все равно. Вот там какая-то рыба-страшилка такая плавает. Ой. Божечки. Такие хорошие. Посмотрите на этого пропеллера, который летает. Смотрите, вау! Какой пингвин, ничего себе какой. Какой шустрый. И плавает, и прыгает, класс. Ага, класс. А вон их там много-много сидят. Aquí en el agua parece, se ven más cerca de lo normal. Está a 0 grados. Chicos, que aquí el agua hace que se vea más cerca, pero en realidad el Sonic está aquí y salió más cerca. ¿Has visto Sonic? Sí, este. Es el Sonic. Un Sonic existe. Mira, es que Sonic, mira, ¿ves? A que salimos atrás de lo que pone. Es que salimos atrás de lo que pone, mira.
вот этих, вы знаете, кто это такие? Первый раз вижу этих птиц. Птицы, которые плавают, но не летают. Да. Да. Да? Ты думаешь? Ну и вон они. Вон они, ножки. Ой, так, посмотрите, как он плавает смешно. Это что так смешно плавать? Я не могу с ним. Он решил нам сделать спектакль, этот птенец. Спасибо ему большое. Спасибо ему большое, этому птенчику. Ничего себе, смотрите, какой аквариум. Ничего себе, вот это размерчик. О, блин, посмотрите, какие они огромные. Это целые щуки, как я говорю, на них всех. Так, смотрите, какие здоровые. Обалдеть, ничего себе. Ничего себе. Не размером с Артема эти рыбы. Это страшненько. Иди сюда. Она идет сюда. Смотри, он плывет к нам. Он идет к нам, Тёмыч. Смотри, вот он, вот он, вот он. Какой злющий этот... Рыбёшка. Да-да, Тёмыч. Как хорошо, что все ушли. Боже, столько народу. Вы себе просто не представляете. Невозможно пройти. Это так, в общем, неудобно, если честно. Не люблю, когда столько людей. Но сейчас август и забито везде, конечно. Класс. Ой, я вон еще, давайте я вам посниму этих рыбок. Заодно сделаю вам экскурсию. Кто давно не был в зоопарке, пройдется со мной, побывает в зоопарке вместе со мной. Я тоже давно не была. Ай, Света, тебе мы будем снимать капибару. Посмотри на нее, вон она пошла. Боже, наша любимая. Любимая наша капибара, вон она. Она такая огромная, как свинка целая. Иди сюда, красотка. Ах ты ж капибара. Мы очень со Светой любим капибар. И Артем тоже очень любит капибар. Я, кстати, не думала, что здесь они будут. Есть, есть. Вот она вошла. Иди сюда. Иди сюда. А вон там еще один ходит какой-то, вот тот. Как он называется, не помню. Иди сюда, спустись к нам. О, так она легла подлежать. А вон тот красавец пошел. С носом своим длинным. И нормально, живут вместе с капибарой. Делятся, все нормально, все хорошо. Вот это знаете что? Это вот ихняя еда, которую им дают. Смотрите. Обалдеть. Даже кусок бисквита есть. Орешки. Вот там внутри просто не видно, по-моему, туда нельзя заходить. Смотрите, сколько тут фруктов. Тут и все дают им здесь кушать, этим животным. Представляете? Я думала, это вообще магазин, фрутерия какая-то. Это не магазин, это их еда. Представляете? Вот тут орут парочку. Вот они все вот так вот закрыты в клетках. Большие клетки, но все равно закрытые. Бедненькие. Где они там? Вон они зеленые, плохо их видно. Кричат они как красиво. Общаются бедные. Что им еще остается делать? Вон они сидят красивые, красивые такие. Вот, пожалуйста, кто заказывал розового фламинго? А они разве не живут на воде? Как они тут без воды, без озера? Как-то странно. Как-то очень странно. У них у каждого на ножке есть номерок. Представляете? А вот тут как лежит смешно. Вон он.
смешные какие. Класс. Они? Ой, я. Смотрите, а тут есть эта зона. А где мы заходим, смотрите, это все одна сплошная большая сетка. И вот они тут летают, вот эти маленькие всякие птички. Просто они далековато, конечно, их не видно, но они тут летают прямо здесь. Блин, жалко, не видно, вон они. Попугайчик, ой, а? Что, Тёмыч? Pero mamá, hoy me quieres quedar 2 euros por haber hecho un vídeo súper bueno. Понятно, понятно, ¿tú? Хорошо. Ой, ¿qué? Поговорим. Ну, чикос, ты можешь ir para allá. Así vamos al acuario. Это все летают попугайчики. Класс. Вот это рыбешек куча. Класс, тут такие ступеньки, смотри. Сейчас будем по ним подниматься. Ой, смотрите, смотрите. Ой, сидит. Иди сюда. Скажи, сейчас я тебе сделаю. Ой, как, скажи, сейчас как накакаю тебе на голову, Карина, будешь знать. Ой, вот они, красавчики. Вот они, ой, боже, как кричу от него. Хочешь прийти сюда? Придешь ко мне? Нет, наверное, не придет. Боится. Вот тут у них есть водичка. Такие некрасивые. Сейчас у меня начнется фобия. Воды. Я воды больше боюсь, чем акулу. Ой, смотри.